А в Дербенте стартовало юниорское первенство по боксу. Участники 13-14 лет со всех уголков республики съехались с одной лишь целью – победить и завоевать путевку на первенство Северокавказского федерального округа. Камиль Девятов с подробностями. В ринге мальчишки превращаются в настоящих и суровых боксеров. Позади тяжелые многочасовые тренировки, спарринги. Впереди ринг, соперник и задача победить. Почетными гостями соревнований стали легенды дагестанского бокса. Профессионал, чемпион мира Хабиб Аллахвердиев и не менее знаменитый в любителях чемпион мира и Европы Альберт Селимов. Для организаторов турнира большая честь принять спортивное событие и гостей в Дербенте. Я 19 лет назад выиграл чемпионат Дагестана. И отсюда большие результаты. Я желаю, чтобы это первенство республики для вас был большой старт. Соревнования являются отборочными на первенство СКФО, а продлится республиканское первенство до 17 марта. Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент.